Геннадий! Да, добрый день! Мир во Христе Иисусе! А почему не слышно? Еще раз. Сейчас посмотрим. Посмотрите у себя там. Ага. Сейчас посмотрим. У вас как-то голова ушла вниз, надо маленько повыше там как-то рамку сместить. Сейчас камеру. Вот. Да, вот так. Во, на этом закрепите. Во. Все, все. Во. Опять высоко маленько, чуть пониже возьму. Так. Сейчас слышно? Да, да, слышно. Мир тебе во Христе Иисусе. Так что же делать-то? Ты не слышно? Ну все, давай. Слышно? Сейчас слышно? Ну мне слышно, а вам-то меня не слышно? Слышно, слышно. Вы сейчас кверху уплыли, глаза закрыты, только одна борода. Вот на этом остановитесь. На низ. А сейчас нормально? Нормально, не трогайте никуда. Вот так. Хорошо? Так, ну назовитесь, кто вы и откуда? Это Измаил Иван Томов. Мы как-то один раз с вами имели переговоры по скайпу. Первый раз было, давненько уже. У нас все записывается и ставится в интернет. Вы не против? Мы же это знаем. Ну вы не против? Игнатий, не повторяйся. Мы же это знаем. Давным-давно ты спрашивал. Я сказал, ну пишите, как вы там у вас налажено, так и здесь. Понятно. Вы мне ответьте, вы не против, что в интернет выставляется? Во Христе Иисусе любовь всему верит. Записывай, как я говорю. Вы прямо ответьте, мне это необходимо, потому что всякие пакости делают. А ты что? Да, да, да. Мы не против. Не против. Ну и говорите, пожалуйста. Ну, я поприветствовал вас именем Иисуса Христа. Я вас приветствую именем Иисуса Христа. Как вы здравствуете? Да милостью Божией живы. Хотел спросить, за вот это время, как у вас устройство собрания, как соблюдается собрание святых, как оно у вас регулярно соблюдается, народ сходится, благодарны, радуется в Господе. А вы на нашем видеоканале бываете? Редко, бывали иногда, но редко. Ну я вам в конце разговора скину наши ресурсы. И вы там увидите, что собрания у нас проходят каждое воскресенье. Ага. И там все это увидите. Хорошо, добро. Ну что вы, когда на Украину думаете появиться? Что куда? Когда думаете появиться? Когда думаете? Да нет, мы все уже отъездили, теперь только вблизи. Мы прошли от Владивостока до Лиссабона. Прошли Турцию, Скандинавию и Прибалтику, и Север. 600 городов посетили и сел. Все государства Европы. Так что нас посылать уже не надо. Ну как не надо? Если, скажем, от собрания выйдет человек, мы его здесь в Украине примем. Да нет, у нас пока никого нету, потому что мы очень здесь заняты. Здесь каждое воскресенье люди выходят и раздают Евангелие. А остальное это у нас община маленькая, старушки одни. Молодежи-то мало. Ну я проезжал-то не просто ездили, у меня 38 книг вышло из печати, я в каждую библиотеку, в каждом городе дарил. Я понял. Ну а как у вас вопрос богопознания тайны Бога и Отца и Христа? Как возрастаете в познании Господа? Ну как на это ответить? Что о себе можно сказать? Как Бог открывает? Мы же православные. У нас гадать не надо. Это откровение истолковано. Вся Библия толкование дается. И мне зачем куда-то мотаться, когда уже утверждено 2000 лет так понимали люди. У нас каждый стих истолкован. У меня вот вышел трехтомник Нового Завета «Блаженного Фафилакта». Полное толкование с откровением. Это впервые за 2000 лет такой материал вышел. Мы его разукрасили 290... Сколько там у нас? Да, 230 иллюстраций Гюстава Доре раскрасили. Прекрасный материал.
Я понял. Ян в первом послании говорит, что кто не любит брата, тот находится во тьме. И тьма ослепила ему глаза, и он не знает, куда идет. Поэтому могут ли такие люди, которые не видят, слепые познать Господа, идти за Господом, видеть путь Господа. Может ли быть такое? Конечно. Как это произойдет? Ну как? У человека только две задачи. Первое – родиться свыше. И второе – быть водимым Духом Святым, о чем Серафим Саровский говорил. В этом все. А остальное так уже. В это входит везде. Если этого нет, то все напрасно. Я так понимаю. То есть, оказывается, если человек не родился свыше, он-то и не может войти в Царство Небесное. Это речь Господа. Помнишь, Никодиму он говорил. Вам должно родиться свыше. Да. А он задал вопрос, как я, будучи стар, неужели я войду в утробу матери и заново рожусь? Он говорит, кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царство Небесное. Вы от нижних, я от высших. Никто не восходит на небо, как только шедший из небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Теперь тайна сия велика. В Луки 10 главе, там 20-21 стих, по 22 сказано, Иисус возликовал Духом, сказал, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ибо такова была воля Твоя. Никто не знает Отца, кроме Сына, и Сына, кроме Отца, и кому Сын хочет открыть. Оказывается, тут не каждый может пробраться. И кто отважится, говорит, Господь Бог приблизится ко мне, если я сам его не приближу. Если Господь не дозволит, то никто туда не проберется. И уже речь Иисуса говорит, что никто не приходит ко мне, если того не привлечет Отец мой. А приходящего ко мне, говорит Господь, не изгоню вон. Это уже люди, которые покаянные, верующие во имя Единородного Сына Божьего, получают власть быть чадами Бога. Они становятся причастниками церкви. И тогда им принадлежит обетование. Это вам, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И многими другими словами Петр вещевал и говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Ты помнишь, 2 глава Деяниям апостолов. Вот сегодня время прошло, столько народу, все поднимаются, все хотят создать собрание. И апостол Павел в 20 главе говорит, по чести моем к вам войдут лютые волки, не щадящие стад. Да и самих из вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Пометуйте, что я 3 года со слезами каждого из вас учился, народу и по домам. Ни у кого не пожелал ни одежды, ни серебра, ни золота, но показал добрые примеры. Все нужды моим послужили руки мои и окружающие меня. Посему я чист от крови каждого из вас. Вот сегодня все те любостяжатели, обирающие наследие Божие, заблуждающие народ Божий, говорящие превратно, они будут наказаны. И некогда говорил Иуда, суд им давно готов и погибель их не дремлет. И это апостол Петр, 2 послание, 2 главе, тоже эту же мысль говорит. Как были уже против народа, у вас будут уже учителя, которые ведут пагубные ереси, и многие последуют их в разврат, и путь истины будет поношение. Из любостяжания будут уловлять вас лстивыми словами. Это пророчество, которое касается наших дней, сегодняшнего часа, дня, как мы сегодня живем. Слышно меня? Да, я слушаю. Вот такие моменты мы сегодня здесь. Я сегодня нахожусь в Одессе. Я не в Измаиле, в городе Одессе нахожусь. И так Бог побудил, думаю, сейчас пойти посетить собрание, но перед собранием как раз вспомнил, думаю, дай позвоню до Игнатия, узнаю, как здравствует, как обстоятельства. А вы в Одессе наших сестер знаете Тамару и Анну? Ну, вы тогда говорили, мы как-то записали. Сейчас, если надо еще, мы созванились, но что-то не получилось, как сквозь встречи. Надо, мы сойдемся, можем назначить встречу.
Они хорошие сестры. Они были среди отделенных баптистов, ревностных. Ничего, вы дайте нам найти телефон или им, скажи, чтобы нам позвонили. Мы возьмем сюда телефоны наши. Так как мы сделаем, чтобы встретиться с ними, поговорить. Они хорошие сестры. Я здесь катакомных православных встретил в Одессе. У меня телефонов-то нет, у меня связи нет, мы просто молимся. А я знаю, вот у Саши Сыходского, а он, какая, Николаевская, кажется, область у него. Вот, он хорошо знает, на него надо выйти, Сыходский Александр. Сейчас запишу. Две буквы С. Сыходский. Сейчас. Сыходский Александр. Это прям в моем мире зарядите, вы на него выйдете сразу. Это фамилия-то редкая. С бородой. Он с бородой. Вы его увидите такой. Хорошо, хорошо, мы поговорим. Сыходский. С. Первое Е. С. Цыпленок. Цыпленок Евгений. Харитон. Сыходский. Сыходский Александр Николаевич. Да. Где-то я сейчас даже не могу сказать. Может быть, Николаевская область. Хорошо, я знаю, там село Доманевка. Доманевка. Ага. Понял. А как сестер зовут? Еще раз. Доманевка. Записал Доманевка. Доманевка. Мы были там 2 года назад у них. А вот это сестры как зовут одесские? Эти одесские. Одесские, две сестры. Они тоже уже пожилые. Он спрашивает, как зовут. Тамара Вознюк. Вот это. Тамара, она Умнова и Яковлева. По мужу Яковлева. Я не знаю, как она подписывается. Потому что у них такой брак-то был. Но они не жили. Я понял, понял. И Романах, а это Анна Вознюк. Вознюк. Ага. Там, где, даже если будете в Одессе в храме спросить, она торговала у них, кажется, даже. Помогала ли нам? Они сейчас там поразделялись, Россия, Украина, там не разберется. Но перед самым Майданом мы проехали, еще было свободно. Мы всю Украину исколесили, Крым вдоль и поперек. Ага. Во всех Измаилово, во всех городах я оставил свои книги в подарок. 38 книг. Добрый, Игнатий. Рад был слышать голос. Пусть Бог хранит. Я уже когда с Александром свяжусь, да. Тогда мы выйдем к вам поприветствовать, еще оповестимся. Он очень хороший христианин. Они приезжали к нам на Алтай и приняли крещение. Ага. Да. Добро, добро. А сестры эти много претерпели, когда самое гонение было, вот 63-64 годы от властей. Они помогали узникам, пробирались в лагеря. У меня, я был у них, интервью взял, это все на нашем сайте стоит. Я вам скину наши данные, вы зайдите там. Там богатство не выскажешь. Там 50 книг аудио моим голосом насчитаны. Златоуст полностью, жития, Библия, добротолюбие. 50 книг. Хорошо, хорошо, добренько. Я буду собираться на собрание, пусть Бог хранит. Да. Привет, я вам сразу скину сюда сейчас, прям сразу. Хорошо. У вас какие-то вопросы есть или нет? Ну, вопросы у меня, я уже задал вопрос по вопросу богопознания. Ну, я вам ответил. А теперь хотел бы по тайну благовествования Христова и по тайну домостроительства Божьего во Христе Иисусе. Как в этих моментах? А вы, мы православные христиане, а вы себя как-то называете? Как зарегистрированы? Мы не регистрируемся у земных властей. Не зарегистрировано? Да. Ну, у вас на Украине там может быть полегче? Тут сейчас строго взялись. Ну, здесь тоже требуют строгость, но мы пока в свободе находимся. Стоим в свободе, которую даровал нам Господь. Да. Павел говорит, что Христос, кто свободе, который даровал вам Христос, не подвергает силу рабства. Что общего верного с неверного, света с отмой, правильного с неправильным, храма Божия с миллиаром. Это истинные слова. Выйдите из среды, говорит Господь Бог, я приму вас. Буду вашим Богом, вы будете моим народом, сыновьями, дочерями, говорит Господь Бог.
Его верное слово неизменный Бог. Он дал обетование, он его исполнит. Как снег сходит на землю и не возвращает, и дождь не возвращает тщетным, исполняет для чего он, просто так и слово Господне. Снег сходит на Израиля, на Иакова, и оно орошает народ, и народ приносит плод, и плод пребывает в жизнь вечную. Вам вопрос, да. Можно задать? Можно. Как вы смотрите, вот в 6 главе апостол говорю, Евангелие от Иоанна написано, кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет иметь в себе жизни. О чем говорится здесь? Это говорится о ежедневной жертве, которая была образ Израиля, агнца однолетний без порока. Теперь есть жертва Иисуса Христа, и кто не будет иметь причастие достоинством, тот не будет причастник тела Христова. А как оно причастие будет-то, если совершителей таинства нету? Как нету? Мы совершаем, как это. Ну, самозванцы Дафана, Верон и Корей погибли, живьем в ад пошли. Никогда в церкви Христова не было, чтобы любой дьявол брал хлеб. Я вот, допустим, с баптистами знаюсь очень хорошо. Я у них несколько лет в кафедре проповедовал в центральных городах. В Америке ездил. Я говорю, скажите, вы хлеб берете какой? Ну, какой там бывает, печенье даже купят, печенье преломляют. Ну, ладно, скажите, вы берете хлеб, а когда преломили, подали, что подаете? Хлеб. Так это чем отличается от того, что я дома ем? Почему, говорит, кто недостойно причащается, виновен против плоти будет, не против хлеба? Ответа нету. Это таинство совершает только священнослужители, которые рукоположены от апостольских времен, хиротония. А если этого нету, все остальное это дымное надмение мира. Ну, Игнатий, ты говоришь слова, которые не утверждены в слове истины, это первое. А есть сказано, кто не будет есть, и кто не будет пить, не будет иметь жизнь самого себе. А кто будет есть и пить, будет иметь жизнь самого себе. И теперь он говорит, что я предаюсь за них. Я в всем мире молю Отче Тебя, но те, которые уверуют в меня по слову их. Это 17 глава Иоанна. Теперь все те, кто уверовали в имя Иисуса Христа, они имеют часть с Ним, они становятся Его учениками, они имеют право совершать общение в жертву за грех на дворе скинии, не выносить, это 6 глава Левитам, не выносить, а медные сосуды моют, а глиняные сосуды разбиваются. Можете перечитать эти слова. И теперь, кто недостойно, уже Павел пишет, чашу благословения, которую мы благословляем, если приобщение крови Христа и хлеб, который принимаем, если приобщение тела Христа. 10 глава 1 Коринфяна. И 11 глава сказано, кто будет есть и пить недостойно, не рассуждая о теле Господне, если пьет в осуждение себе. Он не сказал, что кто-то должен быть Папа Римский или Кирилл, или всякие там так называемые лжеучителя, которые думают, что они поставлены Богом, но разделяют народ, и из любостяжательства они стали идолопоклонниками. И прикрывается, что они их поставил Бог. Но это Бог наш не такой, как они думают. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины. Имея веру в Иисуса Христа, имейте, говорит Павел, не взирая на лица. А если и ангел с неба придет, или какой-то апостол, и будет говорить не так, как первоначально, то да будет анафема. Его надо предать анафеме на веки вечные, до дня суда. Когда явится Господь на облаках силы и славы великую, то ему будет конец этому человеку. Так, а вот если то, что сейчас, допустим, препятствует баптистам принять истину православия, это убрано, допустим, у них, у баптистов этого нету. Ну, нету там ни призывания Божьей Матери. А почему тогда адвентисты отошли? Почему сегодня 21 тысяча так называемых деноминаций, конфессий? Хотя в Слове Божьем конфессия, деноминация – это означает ересь. Почему друг от друга новое? Камень веры, вот здесь зарегистрировали, голгофские страдальцы – это название их общества религиозного. Почему тогда не идут к баптистам-то не идут? Почему эти же самые слова говорят и друг друга не признают? Почему? Я отвечу. 6 глава, 1 Коринфянам сказано, братья, я не мог быть с вами как духовным, но как с плотским, как младенцем и во Христе. Потому что один говорит, я Павлов, Кифин, Аполлосов. Они разделялись. А все, если живете по плоти, Римлянам 8 главе сказано, то вы помрете. Это учение апостола, которое раскрывает, что как тогда плотской гнал, рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне, 4 глава Галатам.
Поэтому эти люди плотские, они разделяются. Их православие, так называемое православие, потому что истинные христиане это и есть православные. Но те, кто называются, но они должны быть таковыми, а не только называться. А так как они называются, они поразделялись. И поразделялись каждый в одном селе по 2-3 собрания. Особенно сейчас во Львове у нас, я был 2 недели тому назад, там на каждом углу строятся молитвенные дома. И все выставляют свои знания. А единство Духа Союза Мира забыли. По учению Иисуса Христа, да дарует вам Бог быть единомысленным между собой, по учению Иисуса Христа вообще не ищут. Вообще даже не стремятся. А каждый себе регистрирует и создает зарплату, чтобы жить как жрецы, которые были в Египте, в Ур-Халдейской, в Мадиамской стране, когда Моисей там был. И в Израиле они еще это делали. Уже в днях пророков, когда они это... где, значит, Иезекия, когда он их там... Иосия, царь, они исторгали их. Они восставали, братья. Мы читаем, когда уже Илья пророк, он сколько уже пророков тогда заколол на одном камне? 400 валов и 300 дубравых. А он был один, гонимый. Он страдал за истину. Говорит, если Господь есть Бог, ему последуйте. Если вал есть Бог, ему последуйте. Но теперь давайте делать служение жертву, ставим. Если какой Бог живой, пусть дает огонь. И тогда они молились с утра до полудня, кололи себя. Приходили выступления, но огня не было. Он говорит, может ваш Бог, может он заснул или занят какими-то делами. И тогда настало время вечерней жертвы, он устроил жертву, положил камни, положил трава, положил тельца и говорит, выкопайте ров, берите воду, наливайте воды. И он преклонил и сказал, ныне Господи Боже, я сделал по слову Твоему. Услышь меня и дай огонь с неба. И Господь дал огня, и огонь сошел, и пожал жертву, агнца, пожал тельца, дрова, огонь, все сожжет. И тогда он сказал, схватите их всех, чтобы никто не убежал, и заколол их на одном камне, который есть Христос. Это тайна великая, Христос, Божья сила, Божья премудрость. И многие сегодня будут закланы на этом камне. Подтянутся, падут. И пойдут и разобьются в навзничь, и не станут. Это слова пророка Исаия, ты помнишь это. Завяжи свидетельство при учениках моих, запечатай откровения. Если ты помнишь, что сказано, Господь Саваоф сделает трапезу на высокой горе из сточных яс и из чистых вин. И снимет покрывало, покрывающее все народы, и смерть будет поглощена навеки. И отрет Господь всякую слезу. Господа Саваофа, чти свято Он, прах наш, трепет наш, и будет Он, камнем преткновения, сколовы, соблазны для обоих домов Израиля, петли и сети для жителей Иерусалима. Вот эти речи, они говорились, и уже Исаия говорит, кому открылась мышца Господня, кто поверил слышанному от нас, ибо он зашел пред ним, как отпрыск из сухой земли, не имея ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его, и не было, чтобы нас привлекало к нему. А сегодня все... храмами, все крестами, все золотыми куполами величаются, все ходят в падиры, как будто Иисус Христос им заповедал вот такие учения делать. Пусть идут по следам Господа. Вот у вас еще... Вот, допустим, я вас спросил, вы какое вам название, так как я с кем разговаривал, так какого вероисповедания? Название какое? Баптисты есть, пятидесятники, адвентисты. У вас какое название? Мы только называемся... именем нашего Господа. Как? Христиане. Ну, христиане, это понятно. Мы христиане. Ну, название какое-то есть же между собой-то. На молитвенном доме где-то что-то вывешивают. Там баптисты, адвентисты, пятидесятники. Вы как называетесь? Мы это не делаем. Мы этого не делаем. Ну, как вы называете? Что скрывать-то? Ну, скажите, пожалуйста. Геннадий, неужели я не говорю? Я же говорю, за свои слова я отвечаю. Мы не называем. Ну какое-то все равно у вас есть, с кем-то вы встречаетесь, допустим, с харизматами, вы им начинаете говорить. Обязательно вы вас можно узнать. Там мы мало беседуем, я бы вас узнал. Ну кто вы, а что скрывать-то тут? Если старообрядец, католик, почему не называетесь, непонятно. Я же сказал, если мы служим Христу, верим в Христа, угождаем Христу. Не скажете. Это нехорошо, как так скрываться? Ну как? Ну просто ответили бы, сказали, я харизмат. Ну и все понятно. А
зачем я должен говорить то, что я не называюсь таковым? Зачем Он говорит, всякому требующему вас отчета дать ответ с кротостью и благоговением. Я говорю, я православный христианин. Почему вы-то не можете себя назвать? Я христианин. Да христианин — это все секты христианские, христианин. А 21 тысяча названий. Ну, у каждого название есть. Они же себя называют баптисты, пятидесятники, православные, адвентисты, сионисты, методисты, пятидесятники, реформисты, поповцы, беспоповцы, квакеры, лютеране, менониты. У вас-то какое название? У вас какое название? Христиане. Знаете, словом христианин называется примерно 10 тысяч сект разных. И все разные, друг с другом не имеют общения. Ну это лукавство просто. Ну ответьте, пожалуйста. Я же отвечаю, Игнатий, пред Богом отвечаю. Это нехорошо. Вы что, сами себя боитесь, что ли? Это взрослый мужик. Ну просто сказал бы, я такой-то. Что тут, я же вас не осуждаю, ничего. Ну вы же хорошо знаете, что у вас есть. Вы знаете прекрасно, только не хотите назвать. Значит, стыдно, наверное, или что, я не пойму. Игнатий, когда Александр II из Николаева, если мы свяжемся, после встретились с Тамарой, они вас оповестят. Они здесь, не наши. Ну вы скажите, мы сейчас расстанемся-то. Вот я с кем беседую, все говорят. Вот у того щит веры называется. Другие апостольские христиане, они называют. Вы-то почему себя боитесь назвать-то? А потому что мы не называем. Ну мало что не называется, но вы же знаете прекрасно, что вы не сходитесь ни с теми, ни с другими, но какое-то название есть. Его... Нету его. Не может быть. Нет названия, нет, только у демонов нет названия. У демонов нет названия, а у людей есть, у организации есть. Как это нет? Мы что, демоны разве? Во Христе Иисусе все мы одно. Нет, не одно. Во Христе Иисусе это означает, с апостольским должны быть учением идти, а не так, что друг друга отвергают. Вот баптисты, я беседую и говорю, вот вы начали с чего? Ни с чего. Джон Смит на себя руки положил, рукоположил. Написано, без всякого прикословия меньше благословляется большим. Скажите, вот от вас ушло 30 человек, молодежь. Вы признаете их за церковь? Да нет, конечно. Но они сами уже избрали пресвитера, ему 25 лет. А вы не признаете. Но эти теперь раскололись от них другие, но они названия какие-то говорят. Этому конца нет, это сатана делит, как пшеницу, чтобы сеяли-то. И скрывает свое имя, как говорится, змей под вилами в сухой траве. Почему не сказать-то? А как они скрывают, когда они явно говорят, те, кто делятся? Ну это я говорю про Барнаул, я в Барнауле, которых мы знаем людей-то. Я говорю за Одессу. Вот они пришли ко мне, пресвитера адвентистов седьмого дня. Мы беседуем, а я включил магнитофон, я говорю, я запишу это. Ну и во время беседы они поняли, что они не правы. Я говорю, давайте в начале беседы скажите, вы говорите о Духа Святого по Писанию? Да. Давайте на бумаге, вот я вам даю бумагу, скажите, в беседе мы будем говорить о Духа Святого. Пишите. Нет. Но я расписался. Почему вы боитесь? Когда беседа кончилась, я говорю, вот это-то место-то не совсем даже ваши понимают не так. Я завтра пойду к руководству и переговорю. Он говорит, а мы откажемся. Я говорю, как откажетесь? У меня магнитофонная пленка. А мы, скажем, не говорили. Да это малые дети только так делают. Как же так? У церкви так не бывало. У церкви да-да, нет-нет, остальное от лукавого. Почему вы никогда не говорите, что дела плоти известны, прелюбодеяние, все, но там описано ереси через запятую, об ереси никто не говорит. Никто. Тысячелетнее царство когда-то будет, три воскресения, заблуждение на заблуждениях, а церковь православную клеймет. А она как корабль шла и идет, да, неправильно, служители там бывают где-то, но они законные, они поставленные Богом. Посмотрите в монастырях, какие Бог открывает чудеса, исцеления еще только нету. Вы об Яне крестьянки не слышали? Это наши современники сейчас. Николай Гурьянов на Залите. Бог открывает тайны сердец человека этим людям. Я уж не говорю о Яне Кронштадтском. Весь мир его знает. Феофан Затворник, Серафим Саровский. Никого не надо. Одни мы есть. Мы христиане. А эти кто были? Не христиане? Я говорю, скажите, как вы верите по-христиански? Правильно? Правильно. Скажите тогда, в первом веке кто так верил, как вы? Во втором, в третьем. Ну, назовите одного человека. Никого ни один нет. Обман один. Четвертый, пятый, десятый, пятнадцатый век Мартин Лютер. А где это, когда во все дни до скончания века Христос обещал быть? Где он был-то тогда?
По-вашему, как вы верите, никто не верил в третьем веке. А если верил, назовите. А я вам называю сейчас в первом веке Игнатий Богоносец, Поликарп Спирский, Ириней Леонский, Иоанн Златоуст, Василий Великий. Труды, сокровища, все спихнули, давайте каждый себе строим. Вы же говорите, на каждом углу строят. Я один вопрос задам. Смотрите, чисто 16 глава. Живьем в ад пошли только один раз. Дафана, Верона и Корей с женами, с детьми, с шатрами. За что? За отделение от истины, за сектантство. Это самый страшный грех на земле. А вы его даже не поминаете нигде. Что вы сейчас говорили, я это наизусть знаю. Не хуже вас. Я 53 года несу миссию. И вы даже не спросили, знаю, не знаю. Вот это вот говорить, это хорошо, но это знаю. Времени-то у нас нету. Почему никогда не говорите о Дафане, Вероне и Корее? Почему 8 главу Деяния апостолов не берете? А 8 глава, она накрывает всех. Когда обратились в Самаре, заметьте, в Самаре обратились, то апостолы были в Иерусалиме. Они знают, только через их руки Дух Святой сходит. Бог так установил. Бог. И тогда Иоанн, Петр встали и пошли. А зачем пошли? Они уверовали, а Духа не приняли. Они знают, благодать ограничивает себя словами Христа. Ни один чуждый за чуждым не пойдут. Вот это-то надо помнить. Они пришли, возложили руки, а теперь епископы других, непрерывная благодать идет. Если где этот разрыв есть, это самозванцы все. Пусть он хоть день и ночь Библию считает. Это Божье установление. Вот мы считаем, в Ветхом Завете было священство. 19.6 исход. Все царственное священство, но кроме того, левийное колено. И в Новом Завете мы все священники. Откровение 1.6, 5.10 говорится, цари и священники. Но кроме того, поставлены 12 апостолов. И ни одной женщины там нету. А у сектантов выходит женщина без платка, в брюках, накрашенная. Вы куда забрели-то? Посмотрите, вот отошли от католицизма лютеране, протестанты. Что, гомосексуалистов венчают? Такое безумие, я разговариваю здесь их, как и притом не пастырь, а пастор. Таких слов нету в Библии-то. Что в Библии забыли, что ли? Пастор. Что это за пастор? Конфессии. Где эти слова взяли-то? Это сатана прикрыл. Ересь. Одно слово все заменяет. Ересь есть. А почему ересь? Уклонение от учения и отвержение института священства. То есть не нужно священство. С переменой священства, перемене закона, не с отменой священства. А у сектантов-то его нету, священства-то. Они как мусульмане, таинства никакого нету. Я говорю, в крещении у вас прощаются грехи? Да нет, покаяние. Покаяние. Я говорю, а как? Встань, крестись и омой грехи твои. А его уже назвали братом Савлом. Крестись и омой. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Никто из сектантов не признает. И тогда крестят, вы возьмите, вот он крестит, и вот так вот, и на спину опрокидывает. Да где вы видели? Это положение во гроб. Даже внешне. Говорит, а мы, Павел, говорит, крестились в смерть. А смерть как? Он вот как умер. И у православных вот так крестят. Потому что истина православие. Сектанты все до одного крестят, опрокидывают. Это положение во гроб. Даже этого ума не хватает. Тут толковать даже нечего. Извращение. И поэтому надо задуматься, не просто так, а задуматься, молиться. А как до нас люди спасались? Мученики. Игнатий Богоносец – это ребенок, которого Христос брал на руки, обнимал. Епископ Антиохии. И на арене его львы разодрали. Игнатий, я хочу вопрос задать. А вы крестите, вы сами крещены во имя Иисуса Христа? Да. А людей крестите во имя Господа Иисуса Христа? Во имя Господа Иисуса Христа, поверив в Него. Но слова произносятся во имя Отца и Сына и Святого Духа. По-другому церковь никогда не крестила. Если вы только во имя Господа Иисуса Христа, это именники, пятидесятники, еретики. Я их очень хорошо знаю, где я обратился, там они, их много, в Латвии. Господа Иисуса Христа этих слов не произносили, а спросили, веруешь в Иисуса Христа? Верую. А когда сошли в воду, во имя Отца и Сына и Святого Духа, апостольское правило 50-е. А это все отвергли, 11 книг из Библии выбросили. Ну какая вера-то? Что нравится, то и берут. Мартин Лютер послание Якова выбросил совсем. Его в Библии даже нету. Игнатий, если возможно, через пару дней можете искать там в другом месте интернет, мы там проплатим, я выйду к вам. Сейчас я спешу на собрание. Мы можем расстаться? Мы можем расстаться, я не могу через две недели. Недели через две только зайдите, у меня перегружен график просто. Недели через две, если можете.
Добрый, только под этим в скайпе, я сейчас вам скину свои данные прям сразу. Вы только сначала напишите, свободен я или нет. Чтобы вас не задержать. Я выберу обязательно время, с вами поговорю. Добрый, вас добрый. Как звать-то? Иван. Иван. Храни вас Господь, Иван. С Богом. Да благословит вас Господь. Во славу Божию. Слава тебе, Господи. Хороших людей Бог посылает. До встречи вам.